Это первый прототип беспилотного карьерного самосвала. Понятно, что он должен изготавливаться на грузоподъемность выше 100 тонн, 230 тонн. Это сделано для отработки алгоритмов беспилотности. То есть в этом году мы у себя на полигоне его откатываем, проверяем. С первого квартала 2024 года уходит на одну из шахт карьеры, вернее, в Кемеровской области. Полгода будем работать в разных климатических условиях, в реальной обстановке. Затем, после отработки алгоритмов, приступаем к изготовлению опытной промышленной партии на большую грузоподъемность. 10 единиц в той же шахте, где будут проходить испытания, будем запускать уже в тестовом режиме для работы. Уже в следующем году, да? Да.